Подожди здесь, малой. Я ненадолго. О! О! Ты, наверное, голодный. Наша самая большая лазанья с собой. Я назову тебя Гарфилд. Let's get it! Подъем. Класс. Нужны большие весы. Чего на всю больницу-то кричать? Хватит? Шутишь, Джон? Вот оно счастье. Я жил просто как сыр в масле. И не подозревал, что скоро все рухнет. Оди, я не проснулся. Дай-ка мне по морде. Слушайте, вы явно меня с кем-то перепутали. Наверное, вам нужен другой очарователь и котейка. Идем, малой. Ты... Это Вик, и он мой отец. Давно не виделись, Виктор. Прошу, помоги мне. Сзади! Ты где-то шлялся столько лет, и вот явился, притащив на хвосте какую-то психопатку. Тебе надо подкачаться. Я вот здесь прокачан, Вик. Хороший у нас пикник, но я сейчас бы все отдал за спагетти. Смотрите, как надо. О, чеддер. На первом месте в моем рейтинге сыра. У меня пропали собака и рыжий кот. Оставайтесь на линии. Перед вами 1046 человек. Бросайте их! Я не брошу папу в беде. Да он сам бедовый. Но как ты справишься с ними в одиночку? Если я не вернусь, расскажи обо мне. Подсобить ему, что ли? Нет, пусть усвоит урок. Гарфилд в кино. Нет, пощади! Ну-ка, еще же! Это живодерство! Ты ничего не видел. С 23 мая.